В рамках месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе в Славянском районе прошел муниципальный этап соревнований до призывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на базе электротехнологического техникума. Посвящен он был 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Каковы на меткость славянские школьники, расскажут наши корреспонденты. Ирина Загородняя считает, что стрельба не только дает массу ярких эмоций, но и объединяет ребят Славянского района. Активные юноши и девушки получают прекрасную возможность пообщаться и побороться за победу. Несмотря на то, что дело это совсем не женское, девушке нравится участвовать в соревнованиях. По ее словам, навыки в стрельбе могут пригодиться ей в будущем. Чтобы научились стрелять хорошо, чтобы потом, когда пригодилось, чтобы это показать. Побороться за титул лучшего стрелка решил в этот раз и Вячеслав Ефременко. На этих соревнованиях он старался показать все, чему научился. Вячеслав считает, что уметь обращаться с оружием, да и в общем быть готовым к армейской жизни, должен каждый парень. Каждый мужчина должен пройти воинскую службу. Это прежде всего он обязан. Мы парни в нашем подростковом возрасте должны уже заранее быть к этому как-то более-менее подготовленными. Для того и проводятся особенно, чтобы чаще себя подготовить к воинской службе. В соревновании приняло участие 20 команд из школ Славянского района. Стрельба является одним из обязательных этапов подготовки до призывников, говорит главный специалист образования Вячеслав Салмин. Практически мы полностью весь этот месяц посвящаем Дню защитника Отечества. Но это у нас первый этап по подготовке к 70-летию Победы. У нас разбит подготовка к 70-летию на три этапа. Первый этап – это месячник оборонно-массовой работы. Второй этап – это месячник по освобождению города Славянска на Кубани и населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. И третий этап – это, естественно, празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лучшими стрелками стали учащиеся из 48-й школы станицы Черноярковской. Второе место у команды из 17-й школы. Третье у команды 29-й школы станицы Петровской. И главное, признаются ребята, не победа. Ведь навыки подготовки к армейской службе, полученные на этом турнире, пригодятся ребятам в жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».